ответить на ту эстафету, которую я дал мне на показание Солнечного. Я конечно, существую сейчас модный проект ответа на различные вызовы. Но в данном случае изобретение отечественного, ну, в смысле, нормы ГТО, выполняет каждый из вас, правда? И с тех, кто готов, это не означает, что я сейчас приглашаю всех, не дай Бог. Вы можете строго пойти, посмотреть картины, вдруг заинтересоваться чем-то, отойти. Но тот, кто готов рискнуть, я предлагаю сделать 50 отжиманий и выполнить норму ГТО, и тем самым поддержать Антон Хабаров первый! Артисты Московского губернского театра отвечают на эстафету, которую нам передал мэр Казани Исур Мэджин, Исур Мэджин, мои большие друзья, и президент Республики Татарстан Рустам Магомедович Миниханов. Замечательная, хорошая акция, придуманная отечественная, наша отечественная, нормы ГТО. Помимо этого, наш театр перечислит средства в благотворительный фонд «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой единоборцев, а также фонд Константина Хабенского. И сделать это очень легко, на самом деле. Вы тоже можете к этому присоединиться, а я имею в виду, для этого не надо отжиматься 50 раз. Вы можете просто элементарно набрать номер 6162 и дальше, сколько вы перечисляете, послать эту смс-ку и тем самым поддержать фонд Чулпан Хаматовой единоборцев «Подари жизнь». А если вы хотите поддержать фонд Константина Хабенского, то вы можете также послать смс на номер 3443, слово «помогаю», пробел и дальше сумма, которую вы перечисляете. Все на самом деле просто. Так что давайте это сделаем. Также мы перечисляем средства, часть средств от нашей премьеры «Весна», фонд «Подари жизнь». А сейчас, дорогие мои хорошие, норма ГТО. 50 отжиманий. Андрей, поехали! Михаил Николаевич Задорнову, Дмитрию Дюжеву и Михаилу Пореченкову с Константином Хабенским.